5 часов пути и уже Китай, провинция Юнань. Вы знаете, что означает Юнань? Страна облаков. Куда вы? Недалеко, не беспокойтесь. С ребенком? Во имя Отца и Сына и Святого Духа крещу тебя, Этьен, Мари, Луик. Мой малыш, моя крошка. Мадам, вот ребенок, Этьен. Меня попросили вам его передать. Подпишите, пожалуйста, здесь. Некрасивый, грязный. Ты права, Шен. Очень некрасивый. Ну, просто никуда не годится. Совсем худой, некрасивый. Весь кривой. Да, Шен, весь кривой. Злые духи нас слушают. Если мы скажем, что ребенок красивый, они позавидуют и причинят ему зло.